Горняк – это одна из самых сложных профессий в современной промышленности. Горняк – это человек, который работает на большой глубине. Горняк – это прежде всего то незаменимое звено, которое обеспечивает отлаженную работу компании. Горняк – это тот, кто закончил Ленинградский горный институт, как моя семья, например. Горняк должен обладать такими качествами, как физическая выносливость, мышление, ум, стрессоустойчивость. Мужественность, смелость. Самое главное, ответственные люди, которые переживают не только за себя, но и те, кто работает рядом с ними. Он должен быть настоящим мужчиной. Это смелый, отважный, самоотверженный человек. Настоящий друг. То есть, опускаясь под землю, ты должен быть уверен, что с тобой рядом надежное плечо. Непоколебимый, неприхотливый мужчина, не только мужчина, наверное, но и женщина в том числе. Это мужественные, сильные люди, у которых повышенная ответственность за своих коллег. Основное качество у него должно быть профессионализм, любовь к производству, к своему, ну и ответственность. Горняк – это прежде всего очень сильная духом личность. Случайных людей в горнякских профессиях не бывает. Не понаслышке знаю, потому что сам работаю. Смелость, ответственность и, наверное, еще... Какая искренняя доброта человеческая.